Это село Огородное. А более точный адрес – Украинская ССР, Одесская область, Болградский район. Ну, а теперь, когда мы установили, где находимся, остается добавить следующее. Огородное – село Болгарское. Здесь в полной неприкосновенности сохранились старинные национальные обряды. Точно перевести это слово трудновато. Но что же такое все-таки прыг? Во-первых, конечно, конкурс. Если хотите соревнований. Какая улица окажется самой живописной, музыкальной и громкой? Для участия в прыте, а впрочем, это касается любого обряда, полагается надевать вполне определенное платье. Пошиты, отбелены и выкрашены они собственноручно. Великолепные платья. Яркие. Обрядов много. И все они соблюдаются в абсолютной чистоте. Поэтому гардероб местных девушек состоит из нескольких десятков платьев. Но если платья разные, значит, любое из них требует и своей косынки. В общем, забот по горло. Но они доставляют немало удовольствия, как и сами обряды. А когда начинают вращаться несколько вот таких хороводов, прыт можно принять за своеобразную демонстрацию мод. Парни с велосипедами – влияние времени, поэтому явное нарушение традиции не вызывает протеста. А вот еще одна сторона прыта. Покружит парень, присмотрит себе девушку, и вдруг выхватывает у нее из косынки цветок. Теперь она знает, что нравится ему, а можно и вывести ее из круга. Для этого нужна некоторая смелость, ведь смотрит все село. Вот и попробуйте перевести одним словом «прыг». Вообще все обряды так или иначе связаны с далеким прошлым. Слишком долго ходили болгары под чужеземцами. И каждый обряд родился либо из необходимости выжить, либо из стремления сохранить собственную культуру. Ведь болгарин не имел права носить яркую одежду, петь, говорить на родном языке, любить, ездить верхом. Но стала свободной от завоевателей Буджакская степь. И по одному, целыми семьями, уходили сюда болгары с насиженных мест, поближе к России. Громили заставы, уводили коней, переправлялись через Дунай. Есть такая легенда. Шла по степи болгарская семья. Видит, костер горит. Подошли. Сидит у костра молодой болгарин, песни поет. А клочок земли рядом уже вспахан. Ночь провели вместе. А утром перед уходом отец посадил там орех.
и оставил с парнем младшую дочь. Так появилась Ореховка. А вскоре чуть дальше возникла и Огородная. Может быть, все это просто сказка, но люди говорят, были. Читя за нас и милее, отробство дене, отерве, читя за нас и милее. Встреча у колодца. Этот обычай появился в те самые времена, когда молодым болгарам встречаться вообще не разрешалось. Только у колодца они могли перекинуться словечком другим. Но и там их могли заметить. Поэтому девушка всегда стояла наготове с полными ведрами для отвода глаз. В любую минуту она готова двинуться дальше. Никто не смог бы обвинить в нарушении жестокого приказа. Теперь, естественно, они могут встречаться, где захочется. Но обряд красивее. С ним жалко расстаться. Поэтому и сейчас, как много лет назад, парень останавливает девушку у колодца и говорит с ней, держа руку на коромысле. При этом он точно соблюдает ритуал. Ходят здесь по воду, конечно, с обыкновенными ведрами. Но для обряда все хранят медные, кованые бакыры. Это семейные реликвии. Вы, вероятно, уже заметили, что в этом селе к цветам особое отношение. Выйти на улицу без цветка – почти нарушение приличий. В каждом дворе, особенно где есть девушки на выданье, цветов разбудит великое множество. Предпочтение отдается пышным, ярким, розам, например. Платья, косынки, даже руль велосипеда обязательно должны быть украшены цветами. Ну, вернемся к Герану. Итак, парень остановил девушку. Если он ей нравится, она остается на месте и говорит с ним. Раньше это продолжалось часа по два, беседы короче. Но вполне может статься, что разговор вообще не состоится. Тогда ее, возможно, остановит другой. Баба, то гором.
наше, помнею, баба, Тодоро. Веки не Тодоро, та запей, помнею, баба, Тодоро. Дружина дами соберешь, помнею, баба, Тодоро. У вас может возникнуть вопрос. Не специально ли для фильма жители села нарядились в национальные костюмы? Нет. Даже на работу они ездят в такой одежде. Там переодеваются. А цветы, которыми украшены их косынки, собирают в букет и ставят в воду. А когда работа окончена, в несколько минут все село снова приобретает праздничный вид. Петь старинные песни. Их много помнят, очень много. И поют их сейчас точно так же, как пели прежде. О чем эта песня? Идет война партизанская. «Слушай, баяне», — поет женщина, «я ходила к тебе в горы, носила пищу, а теперь меня нет. Злые языки клевещут, болтают, что я забыла тебя. Но не верь им, меня предали, схватили, пытали, требовали, чтобы я указала врагам дорогу к тебе. Но я молчала, они ничего не узнали. Сейчас я свободна, но за мной следят. И я не могу прийти к тебе. Слушай, баяне, не верь злым языкам». Мастера в огородом не переводятся, но особенно много ткачей. Одежда и ковры все из овечьей шерсти. Каждая невеста должна выткать ковер. Для этого ей нужно освоить не только традиционный болгарский крест,
Но и этот древний агрегат. Никаких современных ткацких станков в селе нет. Да их здесь, скорее всего, и не потерпели бы. А этот мастер единственный в своем роде. Так же, как кеменче, единственный на свете музыкальный инструмент, который вытесывают топором. Впрочем, звучание его от этого несоответствия никак не страдает. Без кеменче не обходится ни один болгарский народный оркестр, ни один праздник. Сидянки начинаются поздно, часов в 12, а то и позже. Сидянок на одной улице 8-10. Сначала это одни женщины всех возрастов. Сидят кучками на вынесенных из домов скамьях. Шерсть треплют, поют. А мужская часть населения независимо прохаживается поблизости. Побеждают те, где поют лучше, где веселее. К ним, наконец, присоединяются парни. А без парней что за сидянки? И опять все по строгому ритуалу. Смотрите, пожилым целует руки, завоевывает расположение. Со сверстниками обходится попроще, но в каждое рукопожатие вкладывает все свои душевные силы. Ами как ты пристану вас тут, что женись за меня? Кроме на врамнице. На врамнице? На врамнице. Вот вам нечто на врамнице. Я тебя вот ворбить. Ничего не стига, будто я. Не все. На его, я тебе люблю. Мара, коли же приказа? Мы, на врамнице. Мы, я же пьем. Мара, вар пак иди, ты гумразно то пак иди. Добрый вечер. Малия. Ами то моя няма до тази вечер, не знам где отиди. Моя отиди. Добър вечер, брат, ти се сбърка. Една друга сидянка. Не съм да видиш друг. Добър вечер, Геля. Добър вечер, Али. Хо, она, как тази вечер она? Тя на лига, тази вечер, погледни. Тази вечер си кара да отправим. Ми пиро взели си? Взели си. Даде си. Даде? Теперь начинается самое главное. Прежде всего нужно спросить разрешение у старших. И дальше. Вот так осторожно, но достаточно настойчиво потянуть девушку за фартук. Сядай. Соглашается не сразу. Немножко кокетство. Это никогда не мешает. И обряд разворачивается неспешно, красиво, торжественно. В нем ничего нельзя изменить. Пробовали как-то вместо керосиновых ламп развесить электрические, но никаких сидянок не получилось. Великая вещь традиции. Полна особа самуни, ваню за на маймуни. Червена чушка капеще. Ваню дона, а пеше. Тарома джигури, юркача. Ваню маня, закача.
Этот обряд – нечто среднее между праздником урожая и фестивалем самодеятельного искусства. Большое хуро. И обязательно за селом, в поле. Это хуро недаром названо большим. Каждое воскресенье в сельском парке собирается маленькое хуро. Часа в 3-4 дня в более скромных масштабах повторяется там все то же. Песни, танцы. В 6 идут по домам, переодеваются и в клуб, в кино. А потом на сидянки. Живет это большое село. Люди в нем самые современные. И древние, чуточку церемонные, и очень красивые обряды нисколько не замедляют напряженного ритма их жизни. Напротив, только духовно обогащают этих людей. К обрядам относятся почтительно, но без священного трепета. Это в некотором роде игра, но очень серьезная, нравственно значительное. Согласитесь, очень интересное село.